В 21-м туре английской премьер-лиги Ливерпуль принимал Челси. Челси у нас 10-й, Ливерпуль 9-й. По составам не играл Нуньес, не играл Арнольд. Остальные не играли, это которые травмированы. И по центру бегал все-таки Гакпо, а не Салах. У Челси 4-2-3-1. Мудрик вышел на замену, если кому интересно. Как сыграл Мудрик замены? Заработал желтую карточку на себе, Милнер не успел. Вынужденная была потом замена. Арнольд вышел, думаю, Милнер во вторую хватанул. Ну и хорошо зашел в штрафную, пробивал. И с передачи Зиеша не попал. В принципе, дебют неплохой. Игрок матча Тиаго Силва. По матчу у Челси было больше подходов, у Ливерпуля больше ударов в створ. В целом, равная игра. Ни одна команда не наиграла на победу. Кому пошла ничья, это на пользу никому, потому что обе команды в середине таблицы и вроде как хотят зацепиться за четверку, но здесь, по сути, с каждым новым туром шансов все меньше и меньше. Да и по игре особо предпосылок к тому, что они цепанутся, нет. Кстати, смотреть опасные моменты из матчей, повторы голов можно у нас в телеге. Ссылочка у вас на экране. Пока!